Вы все выходите? Да. Еще кто-то остается на территории завода? Вся 36-я бригада и представитель находится сейчас здесь со мной. На территории завода морпехов больше нет. Иностранные есть? Иностранцы есть на территории завода? Да вообще были. Высокопоставленные лица? Мне об этом неизвестно. А кто был? Где находился? Ну, в составе подразделений там вооруженных сил Украины есть иностранцы. Нет, не те, которые в составе вооруженных сил Украины, а те, которые приехали кураторы к вам. Кураторы. Нет, их неизвестно. Я никаких кураторов не знаю, там иностранцев высокопоставленных, которые давали бы какие-то инструкции.